Первая помощь является началом лечения повреждений, так как она предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения обломков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов. Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой медицинской помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизни. Мировой опыт свидетельствует, что причины техногенных катастроф коренятся не в технических параметрах, а в социальных. Наиболее опасные события происходят из-за того, что принимаются ошибочные решения и люди неправильно действуют в сложной ситуации. Так было и в Чернобыле, где, как известно, ошибка оператора вылилась в неуправляемую ядерную реакцию. Так было и на гидроузле Зейской гидроэлектростанции в 2007 году, когда в несколько раз от первоначально запланированных были увеличены сбросы воды из водохранилища. В результате под водой оказались множество населенных пунктов. Таким образом, кроме изучения и рассмотрения технологической стороны катастроф, стоит обратить внимание именно на человеческий фактор.